Друзья, всем огромнейший привет! Сегодня сделаем отличную самоделку из остатков ламината. Вообще подойдут любые отрезки дерева, будь то доски или обрезки фанеры, подойдут даже пластиковые панели. Но у меня есть ламинат, поэтому буду работать с ним. Эта самоделка очень понравится тем, кто любит сад и огород. В общем, друзья, вы сами все увидите. Я не займу у вас много времени. Всем приятного просмотра! Самоделка почти готова. На изготовление ушло минут 30. По деньгам вышло около 300 рублей. Шпильку использовал М10. В итоге получилась бюджетная вместительная полка для рассады на подоконнике. Эта конструкция имеет уйму плюсов. Во-первых, она очень бюджетная. Во-вторых, это простота конструкции. Изготовить ее сможет даже женщина. В-третьих, это огромная вместительность. Ведь количество полок можно сделать большое. В-четвертых, она не занимает много места и поместится даже на самом узком подоконнике. В-пятых, на эту полку можно добавлять полки на высоту, на которую позволяет ваше окно. На первый взгляд может показаться, что она неустойчивая, но это не так, это ее шестой плюс. Благодаря широким подпятникам она стоит как вкопанная. Седьмым плюсом является возможность регулировки высоты полок. Достаточно раскрутить гайки и зафиксировать полки на нужной высоте. Немаловажно, что на полке снизу можно зафиксировать лампы, и это будет восьмой плюс. Девятым плюсом является то, что ламинат легко поддерживать в чистоте. Достаточно протереть влажной тряпкой, и полка снова чистая. Друзья, еще один весомый плюс, это десятый. Это то, что полку можно разобрать, не повредив ни одного элемента, и убрать на хранение до следующего сезона. По-моему, перечислять можно бесконечно. А вы что думаете? Поделитесь своим мнением в комментариях. Друзья, обязательно поделитесь этим видео с друзьями, чтобы они тоже знали про такую чудо-полку. Поставьте лайк, также не забудьте подписаться на канал. Я же всем желаю всего самого хорошего. Всем пока-пока.